От магазинов у дома до крупных торговых центров и пунктов общепита. В Самаре и регионе обстановка, связанная с распространением COVID-19, остается напряженной. По поручению оперштаба по коронавирусу, объекты потребительского рынка в усиленном режиме проверяют на соблюдение антиковидных мер. Мониторинг проводят администрации внутригородских районов, зачастую при участии сотрудников полиции или других ведомств, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении. В торговых центрах строго следят за предписанием Роспотребнадзора. Но все-таки это наше здоровье, здоровье близких, окружающих, и поэтому это необходимо делать, потому что единственный метод – это прививаться и соблюдать масочный режим и дистанцию. Масочный режим и требования QR-кодов на входах – первое, на что обращают внимание проверяющие. Следят и за графиком дезинфекции на территории комплекса, а также за соблюдением социальной дистанции. Сотрудники торговых центров рассказывают, что стараются обеспечить для своих покупателей безопасное пространство для шопинга и развлечений. У нас на каждом стенде представлены антисептики, салфетки, маски. У каждого входа находятся. Мы также работаем в масках, обрабатываем поверхности, все руки. Проверяющие напоминают, за невыполнение требований безопасности юридическим лицам грозят санкции до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа на предпринимателя в гораздо большем размере – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Самоцель, сами понимаете, еще раз повторяю, не наказать, а для того, чтобы до людей, до предпринимателей, до всех, до нас дошло понимание, что необходимо производить комплексы мероприятий, ношение масок, социальной дистанции и так дальше. Подобные проверки уже третий год ежедневно проходят по всему городу. Например, в Кировском районе с августа 2021 выявили около 390 нарушений. Материалы по ним направляются во временный контрольно-распределительный центр для составления протокола. Далее в суд для принятия решения. С начала этого года на объектах потреб рынка Кировского района фиксируют до 20 нарушений в неделю. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.